В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась церемония вручения студенческих билетов первокурсникам. Всего в нынешнюю кампанию по всем формам обучения Высшей школы журналистики было зачислено более 400 человек. Таким образом, на сегодняшний день здесь обучаются 1300 студентов. Торжественную церемонию вручения студенческих билетов провел директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. Медиарынок, вы знаете, он самый динамично развивающийся, и он подвержен огромному влиянию IT-технологий, современных технологий инжиниринга, и он требует все новых, ярких, неповторимых специалистов. Я надеюсь и я желаю, что вы таковыми станете. Одной из главных новостей состоявшегося мероприятия стала реорганизация структуры Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. С этого года начинают работу такие профили подготовки, как телевидение и иностранный язык, медиа-аналитика, видеопроизводство для новых медиаплатформ и так далее. Нынешние первокурсники Высшей школы журналистики станут первыми, кому будут прочитаны данные программы. Для меня телевидение – это очень разносторонняя сфера, которая охватывает очень многие сферы жизни, ее какие-то стороны. И тем, что эта работа очень интересна, ты не сидишь где-то в офисе, ты всегда куда-то ездишь. Это дает большие возможности для расширения кругозора, познавания мира в целом, находиться в гуще всех событий, происходящих в мире. Связать я себя с журналистикой решила совсем недавно, буквально год назад. Мне просто очень понравилась эта профессия, мне тоже про нее рассказала знакомая моя. Вот она, да. И мы с ней раньше учились вместе, поэтому решили пойти вместе. Прием этого года отличился и тем, что впервые в нем приняли активное участие работодатели. Так, в числе новоиспеченных первокурсников есть обладатели образовательного гранта телеканала ТНВ и студенты, зачисленные благодаря целевой поддержке республики. Первый тур у нас было сочинение, писали сочинение. На втором туре мы отправляли видео про себя, видеорепортаж. А третий тур уже был интервью в ТНВ уже, брали интервью у известных личностей. Мне кажется, мы все наравне, и наш этап новый начинается еще только, и мне кажется, то, что из себя мы представляем, мы узнаем еще только в процессе обучения. Ожидаем от ребят интереса. Пусть они возьмут многое из того, что им дают здесь. Дадут им здесь, конечно, немало, но журналистика – это такое направление, это такая специальность, где кроме теоретических знаний ребята должны показать себя и с практической стороны. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.